Всем привет! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие друзья! И сегодня мы будем изучать лесных дверей и будем определять, кто где живет. Сегодня лесные, а в следующий раз, наверное, домашние. Поехали! Вот такие у нас карточки сегодня. Кто где живет. На картинке у нас сова, медведь и многие другие лесные животные. Денечка, давай, открывай коробочку, посмотрим, что там внутри. Такой у нас цикл передач с флорой и фауной. Давайте какую-нибудь одну карточку выберем, потому что, наверное, несколько сложно будет. И у нас сегодня будет что, день? Смешанный лес. Попробуем найти белку, дрозда, дятла, кабана, лису, норку, пятнистого оленя и зайчика. Карточку мы кладем на стол перед Денчиком, чтобы ему было попроще. Очень много тут зверюшек, мы на самом деле достаточно долго, думаю, будем искать. Давай, Денчик, разберемся. Ребят, мы отберем зверюшек из смешанного леса и с тайги, а карточку возьмем сегодня со смешанным лесом. Просто ребеночек еще маленький, ему будет очень сложно большого количества карточек выбрать. И попробуем разложить как раз зверюшек смешанного леса. Денюш, давай найдем какую-нибудь карточку и попробуем положить ее, сопоставить картинки на большой карточке. Вот, что это у мамы за карточка в руках, Денюш? Подскажи, папа не знает. Это дрозд. Он же есть на карточке. Давай, дрозда положим на карточку. Кого еще из зверьков можно положить на карточку? А потом пойдем туда. Мы с тобой еще пойдем в смешанный лес и поищем и дрозда, и может быть зайчика увидим. Но пока-то нам надо подготовиться, чтобы мы знали, кто там водится, правильно? Смотри, вот эта птичка, это дятел. И он водится в смешанном лесу. Есть ли здесь на карточке дятел? Есть! Правильно, вот сюда кладем дятла. А смотри, кто там еще есть? Вот мама сейчас возьмет зайчик. Смотрите, ребят, зайчик. Зайчик живет в лесу, в норке. А летом он сбрасывает шкурку, меняет. То есть бывает заяц-беляк, а бывает заяц-русак. Динь, куда зайчика надо положить? Давай зайчика положим. Динечка, смотри, вот где место у зайчика? А кто еще есть? А белочка, которая у нас кушает что? Орешки белочка кушает. Помнишь, как в сказке про зайчика Винни? Белочка ночью кушала орешки. Где белочка должна быть? Вот он. Белочка тоже живет в смешанном лесу. Какие ее любимые орешки? Маленькие такие орешечки. Лесные. Мама. А это кто? Пятнистый олень. Мы его обязательно с тобой посмотрим в зоопарк. Олень у нас травоядное животное. И тоже живет в смешанном лесу. И нам остались лиса, кабан и норка. Давай поднимем правильно дятла, которого уронили. И положим на место. Правильно, вот место. Вот здесь вот дятел. На дереве. Он санитар леса, дятел. Он спасает деревья от насекомых, которые их кушают. Да, есть еще лисичка, сестричка, которая очень любит кого кушать? Курочек. На фермерские огороды залезает. Она тоже живет в смешанном лесу. У нее очень хорошая шерстка. Но еще есть зверек, у которого шерстка еще лучше. Этот зверек норка. Денюш, смотри, какой маленький. Ты не смотри, что он маленький, это хищник. Да, и норка где? Покажи, где норка, норкино место здесь на карточке. Видишь? Вот оно. Давай, папа тебе подскажет. Давай норку положим. Положим норку? Мама. Или ты все дятел тебе так понравился? Давай маму положишь, хорошо. Дениска, смотри, у нас еще есть два крупных зверя, кабан и медведь. Но на карточке только одно свободное место. Кого туда надо положить? Выбери из этих двух карточек, кабана или Мишу? Кабана. Вот он, смотри. Похож на жителя смешанного леса?
Давай. Правильно, кабана. Вот, ребята, мы разложили все наши карточки. Вот, у нас все жители смешанного леса на своих местах. Дениска молодец, теперь больше знает зверьков. Кстати, кабан, как и свинка, очень любит желуди. Ну, а с вами был Baby Go. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. А мы с вами ненадолго прощаемся. До новых встреч, ребята. Пока-пока. Денчик.